This is my very messy home. Приехали. В гости, да. Вот, мама, дом. Что? Вот тут такой маленький. Какой маленький. Угу. Так прикольно, классно в ирландском домике быть. Вот тут день рождения недавно был. Что? Где? А вон написано Happy Birthday. Может, это висит и старое? Мама. Угу. Кого мне спрашивать? Спросишь, я иду на кухню готовить. Я буду готовить сегодня борщ. Мама, пока спрашивать. Мама. Кен, слово Кен. Спрашиваешь. Мама, а вот это хочу попрыгнуть. Ника, покажешь на все пальцы. Хорошо, сейчас я Софи отправлю, она с вами попрыгнет. София. Софи. Софи. Софи? Да. И я борщик готовила. Не. Вот. Так. Мультики кое-кто смотрит. Да, Эмма? На русском. Ну давай, показывай, что ты там построил. А, ты уже заснял мне это, да? Да, это просто... Ten years ago. He's 21. So maybe. Урок флейты. Давай, Веня, давай. Веня, it's a video. Веня, давай, давай, играй. Сейчас я фотку сделаю. Играйте, играйте. Who is playing else? Who else is playing? You have two plates. This is my... Do you know Joni who took us out that day? Joni? Mm. Joni's flute. Okay. Angela's flute. I borrowed it. Mm-hmm. I borrowed it. I have to return it to her. Okay. Ого, тяжело. Мама, смотри, вот тут есть две штуки. И вот тут. Это ноты так пишутся на... Да, ноты пишутся. Ноты. Угу. Значит, первая. Эмма, ты борщик доела? А ну быстренько борщик доедать. Мама. А. Ты помоги. Пошли, помогу, пошли. Ты не помогала мне. Так. Мой борщик. Получился вкусненький. Нормально, мне понравился. Хоть и без зелени. Ауч. Вкусно? Мама вкусно готовит? Попробуй сказать, что нет. Время десерта. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Эмма, уплетай десерт. Всем привет! Сегодня меня записала, порекомендовала мне парикмахера одного, моя новая знакомая. Вот, иду к нему показаться, как тут дорогу переходить. Вот, иду к нему показаться, я в этом, в волнениях, хочу покраситься, интересно. Во-первых, сколько стоит, во-вторых, как быстро и как хорошо покрасить.
мне интересно. То может и постригусь когда-нибудь чуть-чуть. Вот такое интересно. Как ваши дела? По камере показывает, что где-то здесь. То есть поэтому по карте. Ага, вот еще тут что-то есть. Ого. Прикольно. Подворотни какие-то тут. Ой-ой-ой. Ну, в общем, сделал мне пробу на аллергию краски. У него там весь список занят, и он мне записал. Самое ближайшее это на понедельник. Так, куда это я вышла? Захотела пройтись. А, парковка. Какая-то парковка. Понятно. Пошла я. В общем, вот тут можно пройти. Пройду здесь. А, спросил, подкрасить ли корни. Или все волосы. Ну, короче, говорили там про цвет, про все. Китаец или японец, или... Вот, и постричь ли надо. Я говорю, что я себя постригла, просто чуть-чуть подровнять. Так вот, чуть-чуть подровнять и подкрасить корни, это уже 73 евро. Такое недешевое удовольствие. Но я возьму, записалась я на следующий аж понедельник. Это сейчас у нас среда. А мне аж на следующий понедельник. Это самое ближайшее. В принципе, там еще было в пятницу в 4, но я не уверена, что мы успеем. Что мы успеем с госпиталя приехать. Это буду я. Ух ты, что это такое? Ух ты. Здорово. Так, это, по-моему, католическую церковь я сзаду обхожу. Куда-то сейчас выйду. Что-то оно не сфокусировано. Так. В общем, записалась я пока на понедельник на утро. После школы поеду, покрашусь и постригусь, и буду красавица. Ого! Наш первый самокат. Не, у нас был в Украине тоже самокат, но что-то мы до него не дошли еще. А тут пришлось. Тут такая дорога в школу, что очень удобно на самокате. Вот. И катаемся. Боже. Всем привет! Давно мы не снимали видео. Потому что мы были такие занятые, мы учились в школе, в украинской, закрывали украинскую школу. Вот, и наконец-то мы ее закрыли. Венька получил пока что, это по сегодняшним данным, второе место. А я сейчас получу вам как пистолетом. В его третьем классе. Вот, ребята. Ставьте лайк на мамин канал, давайте. А сейчас мы решили, сегодня воскресенье, и на праздник надо очень много. Ирландская школа еще продолжается, завтра они идут в школу в ирландскую, но мы решили отпраздновать и поедем сегодня в Данлири. Там есть центр такой с покупками, что-то может они там, может он себе веревку магнит найдет, он себе мечтает, я даже понятия не имею, где ее купить. Кстати, ребята, у меня есть идея. Китайский магазин сейчас зайти. Вот тут вот. Какой веревку китайский? Магнит. Мы сейчас зайдем сначала перед поездкой в Данлири. И в Данлири есть... Китайский магазин? И в Данлири еще есть Макдональдс и площадка. Так что мы решили пойти там что-то купить. Потом на площадку и в Макдональдс. Вот так вот провести день. Так что... Что-то заснимемся себя где-то. В принципе, у нас уже есть видео, где мы там на площадке и на море. Вот такое. Так что сегодня очень холодно было утром, но я вот в рубашке. Ну, я взяла с собой курточку. Ну все, поехали, ребята. Открываем. Поехали. Папа, пока!
пошли. Выходим. И пошли. Еще больше зелени уже появилось. Такое дерево необычное, хвойное. Позеленело еще больше. Эмочка, не рви, пожалуйста, деревка, не рви. Нельзя. Давай ручку. Это я видео, видео. Красивенькая, да, мерседесик. Так. На электричку идем. Я в шоке. Не смогли пройти по проездному. Оказывается, там уже деньги закончились, наверное. Мужчина помог мне пополниться. Пришли заходить в это метро, потому что, ну, в этот вагон, потому что мы обычно тут садились. А он говорит, спрашивает, куда? Я говорю, в Данлире. Он, не, через мост. Я говорю, как через мост? Мы всегда тут садились. Он говорит, через мост. Я говорю, ну как так, если мы тут всегда садились? Мне нелогично это. Я привыкла, как сажусь, как езжу, так и езжу. А тут теперь вот через этот мостик. Надо ж такое. У меня сразу хорошо возник вопрос, а дальше как ездить? Мы уже несколько раз приходили, заходили, садились. А вот это похоже, как у нас. Да. Как у моря. Да. А теперь как мы будем? Надо читать эти какие-то объявления или что? Как это правильно? Ма, смотри, какой мостик. Очень вот странно. Этот. Так, приедем куда-то, не туда выйдем. Ну что, опять мы в Данлире. Опять. Дети мои тут второй раз, но я тут уже какой-какой раз. Ну, вот так, идем по магазинам походим. И мороженое не успеем покушать. И мороженое не успеем покушать, да. Так что торопимся. Да. Да. Чим би діти не тішилися, аби не плакали. Куда едете? Куда едете? На пожар. Ясно. Пожар тушить. Королева. Настоящая королева. Дина, это твой бутер. Два чизбургера заказал. Вместо обычного этого Big Mac меню, да? Заказал все, что хотел. А еще потом мороженого возьмем. Да? Вкусно, да. Эмма? Да. Ты рада, Вене? Очень. Это вкуснятина на этом. Ага, мой салат без ничего. А, мой спасибо большое за бутер. И мы снова на этой площадке. Красиво, да, у моря ехать? Мама, мы и там же были, да? Да. Мы в город не едем, да? Да, правда. Купаются, да? Мы едем к Данику. Едем за Даником. Даник нам едет. Мама. Что?
Мы едем на большом автобусе, как вы видите. Чуть-чуть поснимаю. Нет, стой. Сейчас будем поворачивать куда-то. Автобус тяжелый. Красный цвет. Приехали, начали мерзнуть. Эмма спала. Ой, зеленый. Веня забыл капюшон свой одеть. Как можно капюшон было забыть свой одеть? Ой, вообще дождь. Давайте в какой-то магазин зайдем. Опять экстрим начался. Надо куда-то зайти. Даник пишет, что ему осталось 10 километров ехать. Это сколько по времени? Чуть-чуть. Так что нам надо куда-то спрятаться после остановки. Класс, я такая excited. Речечка, мне кажется, мы тут проезжали в прошлый раз, когда ехали в клинику. 20 минут осталось, Даник написал, 20 минут осталось. Так что мы можем где-то зайти, посидеть. Вот так вот. О, встретились! Рада ты, Эмма? Будешь на велике ехать? У нас куча велика, вообще велосипедами занимаются. А у вас куча, у нас свои собственные. Речушка Лиффи. Речка Лиффи.